И вот найдешь на кассу, ищешь, чтобы добрая тетенька была. Но сегодня вроде все добрые работают, а то злая. Мало того, что долго грузит, так еще и она тебе наплюет в твое естество. Но сегодня тетенька хорошая была. Вот едем к людям. Есть такая теория, такая, ну, на тонком уровне, да, что говорят, что вот когда поминают человека на панихиде, и на панихиде, а потом вот это застолье поминальное, что якобы, ну, я же не знаю, да, я вот слышал такую версию, она мне очень нравится, поэтому делюсь с вами. А, якобы вот радость и вкус еды, которая съедена людьми, она передается как-то в виде энергетики тому человеку, который уже в другом мире пребывает. Как это работает, я не знаю. Есть еще разные теории, что имена, которые называют на панихиде, что этих людей из ада Бог отпускает на какое-то время даже. В общем, что-то тут, конечно, граничит с язычеством, с бабкиным богословием, но некоторые теории мне все равно нравятся, они меня радуют. Так вот, есть другая теория, что когда дети едят еду, и когда взрослые тоже, не только когда дети, когда нуждающиеся едят и чувствуют вот этот вкус, и вот эта радость, она приятна Богу, и Он воздает тем, кто помогал эту радость сделать этим людям, воздает им своими благостями. Возможно, иногда не сразу. Чего вы встали, парни? Ехать будете сегодня, не? Ага, понял. Не дурак. Вот сегодня мы попытаемся сделать радость вот этим двум многодетным семьям, которые уже были на канале. Я уже все о них сказал. Уже люди говорят, и эти люди нам стали родными, некоторые пишут в комментариях. Вот. И уже больше года мы пытаемся им помогать, чем можем. Вот пропускает. Спасибо тебе, дорогой. Вот сегодня мы поедем к ним, и вот эти праздничные сейчас дни, День Благовещения, Лазарева суббота, вход Господень в Иерусалим, и, в принципе, эти продукты и до Пасхи долежат, там колбасы вот эти копченые, там рыба долежит, если что, если они ее не съедят в эти дни, когда рыбу можно. Да они, в принципе, и не постятся, потому что они и так находятся в сложнейших обстоятельствах, я уже об этом рассказывал. Ну вот пусть вот эта радость, они никогда себе не купят икру. Ну, я по себе знаю, когда мы голодали, не до икры, которая там почти 1000 рублей банка стоит, не до вкусной рыбы какой-то экзотической, которая тоже стоит дорого. Ты простые продукты покупаешь, чтобы побольше их было. Поэтому, ну вот сегодня мы и простые продукты купили, и, ну, чуть-чуть, вот по мере возможности, экзотические. Я опять иду на кассу, думаю, сейчас случится неловкость, потому что все дороже и дороже все это стоит. И в этот момент вот Алексей М. Я не знаю, кто это такой. Я, понимаете, как вот тоже нехорошо делаю, наверное. Я называю одного Алексея М., который вот в этот момент прям раз и прислал сумму, говорит, так, я думаю, ага, ну тогда я на кассе уже смогу расплатиться с его помощью. Скорее всего, уже мне хватит. И слава Богу, хватило. И другие люди какие-то помогают. И многие имена я не вижу. Но я вот уверен в этом. Это часть моей веры, что Бог видит все ваши имена, знает все ваши помыслы, и на что вы пытаетесь пожертвовать, и как вы хотите, чтобы это использовалось. И у него самая точная бухгалтерия и дело производства. И молюсь, чтобы он воздал вам ту радость, которую мы вместе с вами пытаемся доставить вот этим людям, которые нуждаются, чтобы у нас у всех, и у них, и у вас, и у нас у всех было все хорошо. Это реально кино обо всем. Читаю короткий чек-лист, потому что в каждом ролике находится умник-буквоед, который мне пишет, пусть твоя левая рука не знает, что делать правая. Я благодарю вас за такое попечение о моем спасении. Знаете, есть общество спасения патриарха Кирилла, которое записывает все грехи патриарха Кирилла и очень люто переживает за него. Ну как же он с ними будет спасаться? Ну, правда, иногда забывает про свои грехи. Так уже им режет грехи патриарха. Вот так и я. Я вам очень благодарен, что вам очень режут мои грехи, что вы готовы мне напоминать в комментариях про них. Вот. Большое спасибо, спаси вас Бог. Только я показываю это не для того, чтобы погордиться. И даже мне неловко, когда мне пишут какие-то благодарности. Я когда успеваю, пишу Богу нашему слава. Потому что я без его распоряжения ничего бы не смог сделать, даже если бы очень хотел, даже если бы очень напрягся. Если бы он мне не позволил и не дал благословение это делать, я бы не смог ничего сделать. Я бы сам бы сидел, голодал, как раньше. Аж не то, что с кем-то делиться, с многодетными.
Друзья, рассказываю об этом для того, чтобы публично, потому что это публичный проект. Я хочу, чтобы люди, посмотрев это видео, начали помогать друг другу, как когда-то это произошло со мной. Это вот сегодня пятница, это они все хотят повернуть в Отрадное. Ха-ха-ха. А я еду прямо. Вот. Люблю быть не как все. Да. Я к этому еще вернусь. Насчет не как все. Так вот, я рассказываю для того, чтобы эти видео, возможно, побудили кого-то делать то же самое для ближних. Я считаю, что в некоторых случаях, вот в моем конкретно, можно, нужно рассказывать об этом. Второе, я рассказываю об этом, чтобы это было видеоотчетом для тех, кто помогает каналу. Потому что почти все блогеры собирают донат. Но далеко не все, к сожалению, хотя бы что-то делают для ближнего. А я, ну, мало-мало, мелочь-мелочь, ну, хотя бы символически пытаюсь что-то делать для храмов, для людей. Испытываю от этого радость. Слоновью прям порадовался, привез. Ну, гордыню, наверное, не испытываю, потому что я никогда не хотел быть благотворителем, помогателем. Я хотел там быть музыкантом, там, журналистом, там, вот, чему я учился, да. Но вот как-то заниматься благотворительностью никогда не ставил такую цель, но Бог меня поставил в эти рамки. Я пытаюсь сделать то, что Он мне поручает своими открытием этих возможностей. Сейчас мы едем к Наташе. Они говорят, мы будем прямо на улице ждать. Тепло сегодня. Я говорю, ну хорошо. Постараюсь не снимать лица, не снимать ничего ключевого, чтобы не ставить людей в неловкое положение. Если взрослым по барабану, которые испытывают трудности, чтобы детей там как-то не позорили в школе. Потому что многие каналы, которые хайпуют на благотворительности. Хорошо, пусть хайпуют. Давайте хайповать на благотворительности все, а не на злом на чем-то. Или просто как упыри сидеть и ничего не делать для людей. Давайте хайповать, но просто иногда люди могут пострадать, дети могут пострадать, стать предметом для травли. И поэтому я стараюсь не показывать лица или показывать их обезлично, неузнаваемо. Вот чтобы... Ну, вы посмотрели, что есть такие люди, а узнать их было сложно. Вот сейчас едем к первой семье. Я думаю, что Бог простит нам этот грех, что в День Благовещения мы решили свозить продукты. Я думаю, пусть бы все, наверное, в День Благовещения, в другие праздники возили бы другим продукты, помогали бы им всячески. Наверное, в этом... Я не знаю, но мне кажется, в этом есть любовь. Любовь, то, что Бог хочет от человека. Ну, пытаемся, по крайней мере, через силу делать это все. Ну что ж, лень, неохота. А давай в праздник ничего не будем делать. Лежать на диване, жрать что-нибудь и живот чесать. Да давай лучше поедем людям, сделаем добро. Мне кажется, так лучше. Положили куртку, чтобы не перепутать комочей. Спасибо вам большое, огромное. Так, ну тут мы тут по мелочи, по мере возможностей. Да, кроссовки мы не отдавали. Угу. У меня спортивный форум в таком шпагете лежит. Сейчас завяжем. Спасибо вам огромное. Большое спасибо. Так. Во славу Божию. С праздником вас. И вас тоже с праздником. Друзья, уже вижу, что сейчас у меня не хватит времени поговорить на тему, почему у одних все есть, а другие нуждаются. Не хватит времени поговорить на тему, когда мне пишут осудительные комментарии. Вот у вас машина дорогая, у вас, наверное, квартира дорогая. Да вы, наверное, не видели, что такое страдание. А я живу на пенсию. Дети меня кинули. Я просто очень сочувствую этим людям. Но я же не все рассказываю в видео о своей жизни. И люди делают окончательные выводы о каких-то фрагментах того, что я сказал, по каким-то фрагментам. И это, наверное, не совсем правильно. Не буду оправдываться. Хочу сказать, что сейчас мы едем к Юре и Кате. И как раз вот здесь вот Юры не было дома, Катя принимала продукты. Мы его встретили по дороге обратно. И как раз вот здесь Катя и говорит о том, что не снимайте детей прямо в начале. Хотя я их и не собирался снимать. Что, явно не было. Я не хочу, чтобы они были, да, это правильно. В таком свете. Не-не-не, они не будут. Так, я не буду тогда разбирать. Жить, а кто знает, какие могут быть у нас. Примеры. Да это понятно. Препоны. Так, куда вам поставить? Спасибо. Вы потом... Да вы здесь, ну, поставьте.
Друзья, ну вот такой день Благовещения был у нас, а какой был у вас, напишите. И люди, которые говорят о том, что не надо рассказывать про свои добрые дела. Ну вы делаете добрые дела и рассказывайте, я с удовольствием посмотрю, возможно, поучусь у вас чему-то. Вот. Но мне почему-то кажется, что люди, которые это пишут, вот это поучение, что нельзя показывать добрые дела, левая рука не должна знать, что делать правая. Мне кажется почему-то, возможно, я ошибаюсь, что им просто режет ухо и глаз это, потому что они сами этого не делают, а что-то в душе им подсказывает, что это делать нужно. Ну, может быть, я ошибаюсь. Друзья, всех с праздником, с Благовещением, с Лазаревой субботой, с праздником входа Господня в Иерусалим, с приближающейся Пасхой, с которой я поздравлю всех отдельно. Благодарю вас от всего сердца, потому что без вашей помощи, без помощи тех людей, которые помогают на развитие канала, я бы не мог делать эти дела в таком объеме. Поэтому вся ваша помощь очень важна. Вы все у меня в сердце. Моя недостойная молитва за вас о том, что Бог воздал вам много больше по милости своей. Желаю всем мирного неба, благополучия. До встречи в следующих видео. С праздником!